Косметический ремонт подъезда по Ленина 105 наступил неожиданно, без предупреждения собственников. Ольга Мухина сначала обрадовалась этому. Дом старый, ему около 50 лет. И, наконец-то, подъезд обретет приличный вид, думала она. Но радость женщины длилась недолго. У нас очень давно не было подъезда, конечно, ремонта, и мы не ожидали. Естественно, наверное, как сам факт, это должно быть приятным событием. Да? Но вместе с тем, к сожалению, это получилось все наоборот. Потому что, значит, ремонт он сперва начался, да? Во-первых, непонятно, как он начался сам по себе. Ремонт стал не только неожиданным, но и некачественным. 3 недели назад начали наносить побелку. Но про некоторые места, жалуются жители, забыли. Даже старая паутина осталась в углах. Такими единичные места зачистили шкуркой и якобы побелили. Вот все пятнами, не пойми, что получилось. Такое качество ремонта у нас в нашем подъезде, ну... То есть то, что ни шпаклевки, ничего, как было, все, краской замазали, и на этом все. Но это долго не простоит. Стены выкрасили поздно вечером, жалуются жильцы. В результате ночью от запаха краски невозможно было спать. Рамы в подъезде старые, укреплены плохо. В любой момент могут на кого-нибудь упасть, опасаются жители дома. Перил не хватает, их ремонтная бригада даже не трогала. По словам Ольги Григорьевны, на ее замечание управляющая компания никак не реагирует. По договору с подрядчиком срок до 20 июня работы должны быть завершены. По договору на все работы есть гарантия. И работы будут приняты только в том случае, если они выполнены качественно. Если, значит, при приемке работ выяснится, что что-то сделано как бы нехорошо, то все будет переделано. Более того, на приемку работ также будут приглашены собственники данного дома. Обычно косметический ремонт подъезда управляющая компания делает за счет денег жильцов, собранных на содержание и ремонт. Эта сумма входит в общую квитанцию, а следить за выполнением работ должен совет дома. В конце каждого года управляющая компания отчитывается перед жильцами дома о потраченных средствах. Если они в графе «Текущий ремонт» указывают ремонт подъезда и за свой счет произведен, соответственно, совет многоквартирного дома вправе отразить этот факт, что ремонт был проведен некачественно и потребовать снижение стоимости, скажем так, занижение сметы. Жителям дома, недовольным качеством проведения ремонта, специалисты рекомендуют обращаться